по платной трассе. Сейчас тегер. В сторону Метеор. Километров 250 ехать здесь. Сейчас через 30 километров будет Лариса, город. Добрался до Метеор наконец-то. Метеорный вид, конечно, надо закат закат на Метеорах. Вообще круто было. Искать отель, либо где-то заночевать надо будет в машине. Хрен знает. В общем, интересные дела. Заселился в номер в Метеорах, номер стоил $30, в подвале, в комнате. Такая комнатушка, полотенце одно. Ну, главное это, зарядить свое хозяйство и завтра утром выехать в ущелье. Сегодня день, конечно, чересчур насыщенный был. На улице воняет, кстати, какими-то коровами. Темно, в общем. Всем салют. Проснулся в 7 утра, даже в 6:30. Сейчас позавтракаю и еду дальше.
Такое утро в метеорах. The air is heavy and still, and I am weighed down, weighed down, languid and feel. Выехал на дорогу в сторону Кипи. Дорога такая высокогорная началась. Feel with longing. Короче, жесть, куда-то приехал. I put my hand on her knee and she said, do you want to see? Такие вот тут лошадки. I put my hand on her breast and she says, do you want a kiss? Тут откуда-то черепахи, блин. Вообще очень странно. Gently, 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 Johnny. Gently, Johnny, my jingle. Gently, 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 Johnny, gently, Johnny, my jingle. Доехал до Кипи. Вот дорога, конечно, была жесткая. Сейчас мосты посмотрим. Просто жесть, лочки вообще как тут ездят. Не проехать, не пройти. Добрался до ущелья. Сейчас тут надо трек небольшой пройти. Чуть-чуть до вьюпоинта. Там типа видно, все ущелье открывается. Такой же простой трекинг, как оказалось. Фу. Вот такое вот ущелье, площадку видно, и вот еще выше вот оттуда.
для тех, кто боится высоты. Высота, конечно, тут. Еще выше заехал в ущелье Викас, но оно там чуть дальше осталось. Проехал город Каница. Кругом горы. Иногда случаются камнепады. Дорога напоминает фильм «Поворот не туда». Зелень, горы и вообще дикое место, если машин нету. Woo!